Здравствуйте, дорогие друзья. Расскажу вам историю, которая с нами недавно произошла, с нашей компанией. И я решила, что я буду больше снимать видео о том, с какими ситуациями мы в работе сталкиваемся, для того, чтобы, возможно, эта информация стала и вам также полезной. Также буду рассказывать вам, с какими ситуациями мы сталкиваемся в работе с клиентами, да, какие ошибки совершаем мы, клиенты и наши партнеры, работодатели, да, вот в процессе работы, для того, чтобы было все более прозрачно, и мне кажется, это будет очень интересным для вас послушать вот реальные истории. И недавно я была буквально 2 недели назад на переговорах в Берлине с нашим новым партнером. Мы обсуждали вот именно работу, сотрудничество по привлечению медсестер и медбратьев из Восточной Европы и, конечно, подтверждение дипломов для работы в Германии. И мне партнер говорит: а вы знаете, что я вот искал информацию о вашей компании, нашел сайт, нашел там ваше видео в YouTube и наткнулся на не очень хорошие комментарии на одном из сайтов, на котором оставляют вот именно отзывы о других компаниях. Я попросила его показать мне этот сайт и была просто шокирована. Оказывается, есть сайт «Мошенники ЕУ», на котором оставлены отзывы об очень большом количестве фирм. Самых разных, да, не только тех, которые занимаются трудоустройством. И я нашла, кроме отзывов плохих о нашей компании, также массу негативных отзывов о работе наших конкурентов и наших партнеров тоже. Мы начали разбираться, как это могло произойти, кто же мог оставить этот отзыв. И я, ну, как бы веря, да, там наивная такая, веря в то, что это реальный отзыв, отправила им этому сайту. Вот на сайте нет вообще никаких ни импрессума, да, то есть не написано нигде они находятся, никто ответственный за содержание на этом сайте, вообще никакой информации. Но я все-таки заполнила форму, сначала это сделала наш менеджер, на которую также пожаловались на этом же сайте, потом я подключилась и отправила им все документы, которые подтверждают вот легальную нашу работу, регистрацию фирмы, регистрацию в ИХК, то есть всю документацию, которая действительно подтверждает работу нашей фирмы. И после этого на сайт они нас, ну, мягко говоря, послали. Оказалось, что это сайт, который зарабатывает деньги на том, чтобы люди или платили за то, чтобы такие негативные отзывы удаляли, или платили деньги за хорошие отзывы. То есть сайт «Мошенники ЕУ» – это мошеннический сайт, который занимается вымогательством денег от вообще ничем не виновных компаний, которые работают абсолютно честно и прозрачно, да, вот как наша компания. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, если вы попадаете вот на такие сайты и даже не видите, где эта компания находится и что это вообще за компания. Да, вот у меня сложилось такое впечатление, что какой-то там Вася, я не знаю, сидит на диване с пивом и чипсами и просто ему нечего делать. Вот такого уровня низкого велась со мной коммуникация в переписке. Да, там, да вы мошенники и все. Вы мошенники, и все. Я ему доказываю, вот же посмотрите все доказательства, да, того, что мы легально работаем, того, что мы цугеласен, да, на рынке, то есть допущены. Нет, вы мошенники, все, идите, мы вас блокируем вообще. И после того, как я вот все документы отправила, на этом же сайте появились еще несколько негативных отзывов, написанные все той же там Марией. Одна женщина пишет под именем Мария и все тем же Александром, да, то есть это два человека. Человека или два ника, которые пишут на все. Благодаря этой ситуации я узнала еще одной бизнес-модели и возможности зарабатывать деньги. Да? Это сайты, которые зарабатывают или на продаже хороших отзывов, или на том, чтобы вы купали вот такие негативные отзывы. Да? Потом мой партнер, вот, который мне показал на этот сайт, указал он
сказал, да, очень неплохая бизнес-модель, да, люди неплохо зарабатывают, вообще ничего не делая. Поэтому верьте, пожалуйста, только проверенной информации. Если вы читаете действительно отзывы плохие в интернете, не только о нашей компании, но, может быть, еще о каких-то других компаниях. Во-первых, очень много неадекватных людей, да, которые не... просто неадекватных, да, тут нечего комментировать. И Б, это вот есть действительно такие организации, да, в кавычках, которые сами же, являясь мошенниками, обвиняют в этом других незаслуженно абсолютно. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!